Первый зампред Мособлдумы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина вместе с коллегой по партии Дмитрием Голубковым проверили работу экопункта в Одинцовской средней школе номер 12. Эта школа стала одной из первых в муниципалитете, где появился подобный автомат. Он принимает пластиковые и алюминиевые бутылки и банки, после чего выдает чек с начисленными баллами. Автоматы устанавливаются за счет регионального оператора, который затем вывозит собранную тару на переработку.